Поклевочка. Поклевочка. Что-то так идет интересно. Щучка. Заводи в подсак, она слабо сидит. Опа. Вот такая вот щукенция. Так. Воблер. Это шайнер. Как раз новинка, которая вчера пришла в новой расцветочке двухсторонней. Серебро с золотом. Будем ловить дальше, пробовать. Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию новинку 2019 года. Хотя воблер был выпущен в 2018 году, а вот расцветка 2019 года. И чем она интересна, вы сейчас увидите. Мне, как я увидел эти воблеры, они сразу же понравились, вот реально зацепили. Такое интересное инновационное решение. Чем оно интересное? Воблер двухсторонний. Двухсторонний разной расцветки. И второй цвет. Тоже довольно интересный. И вот интересные расцветки. Натуралочки и кислотники. Сам воблер очень рабочий. Мне он понравился. Рыбу ловит. Видите, 115 сантиметров. Сейчас взвесим, посмотрим, сколько они завесят. Пятнадцать грамм. Первый воблер и второй воблер. Пятнадцать семьдесят четыре. Еще раз взвешу. Шестнадцать грамм. Да плохо. Подлегли тройнички. И посмотрим, как они плавают. Написано СП. Медленно тонущие. На этом, друзья, буду заканчивать данное видео. Теперь остается их испытать и разловить на рыбалке. Вот, друзья, щучка завесила 735 грамм. Отработал воблер Итошайнер новой двухсторонней расцветочки.